26-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства. Группа компаний «Антей» представляет здесь новую линейку продукции из знаменитой дальневосточной сардины. После 25-летнего перерыва эта рыба вернулась в российские моря и стала доступна для промысла. Суда холдинга «Антей» одни из первых начали добычу этой деликатесной рыбы. На выставке представлена вся линейка продукции из сардины и васи. На стенде организовали небольшое кулинарное шоу и дегустацию. Мы планируем построить заводы в городах-миллионниках, чтобы сократить логистические издержки. Этим образом мы пытаемся донести сардину иваси до каждого стола. Иваси была символом поздних советских времен, таким же распространенным, как и докторская колбаса. Свою популярность завоевала из-за невысокой цены. Кроме того, мясо сардины содержит много кальция и витамина В12. В 100 граммах сардины содержится суточная норма витаминов В3, В6, жирных кислот, цинка и фосфора. У нашей компании большие задачи. Помимо вылова краба и донопищевых пород рыб, мы развиваем морекультуру. Это выращивание гребешка и требанка на острове Русского.